топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе. Только что сообщили, что умер Стахан Рахимов. «Не вынес ухода Аллочки. Невозможная и невосполнимая потеря», — сообщила у себя в социальных сетях продюсер Любовь Воропаева. «Вечная память замечательным артистам и моим добрым друзьям, без которых теперь невыносимо пусто». Блистательный дуэт Алла Ёжпа Стахан Рахимов в 60-70-х годах прошлого века был на вершине славы. Супруги, как сейчас сказали бы, считались настоящими звездами. В последние годы жизни тяжело болела Алла Ёжпа, даже обсуждался вопрос о лечении в Израиле. Она ушла из жизни 40 дней назад. Сразу после ее смерти Стахан Рахимов, который обожал свои супруги, грустно сказал, что без нее он не проживет и 10 дней. И вот спустя 40 дней ушел из жизни и сам Стахан. Ему было 83 года. Настоящая любовь не переносит утраты в паре, — прокомментировали эту смерть поклонники супружеского дуэта. Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе.